Закончился первый раунд в красном углу. Ринга отдыхает. Кандидат мастера спорта национальной сборной команды Кыргызской Республики Тургубек Имамкадыров. 2003 года рождения, боксом занимается 6 лет, еще Баян не идет. Тренируется Тургубек под руководством заслуженного тренера Кыргызской Республики Тулюбунулу Даниэра. Закончился второй раунд. В седьмом углу отдыхает мастер спорта международного класса Самандар Хамурадов. Узбекистан. 2000 года рождения, боксом занимается 9 лет. Чемпион Азии 2017 и 2018 годов. Тренируется под руководством тренеров Ушкаватова и Тубарова. Для награждения приготовиться боксером весовой категории 54 килограмма.
В этом бою явно преимущество. Победу одержал Тромбек Махадыров. Национальная сборная команда Кыргызской республики.